Учреждения культуры ждут гостей. В Ульяновске стартует новый творческий сезон. 5 сентября Ульяновский театр откроет свои двери для зрителей. Ульяновский драматический театр представит премьеру спектакля «Обломов» по мотивам романа Гончарова и празднику театрального подъезда. Спектакль по пьесе Михаила Угарова поставила молодой режиссер из Минска Мария Матоха. Роль Обломова исполнил Александр Курзин. В первую субботу сентября своего зрителя ждут небольшой театр и театр кукол. Великое кино великой страны. Ульяновская область присоединилась к всероссийской акции. 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в регионе состоялись кинопоказы в ознаменовании Года памяти и славы. В нынешнем году акция проходит дважды. Первый кинопоказ состоялся 22 июня, в День памяти и скорби, день начала войны СССР с фашистской Германией. На бесплатных показах ульяновский зритель увидел художественный фильм «Судьба человека» по одноименному рассказу Михаила Шолохова и документальную ленту Сергея Майорова. В ней прозвучали стихи поэтов, не вернувшихся с войны, в исполнении современных популярных артистов. Кинопоказы прошли на 45 площадках Ульяновской области. Ульяновский симфонический оркестр стал участником 13-го фестиваля музыки и искусств «Тремоло». Музыкальное событие состоялось в Тольятти. Наши музыканты выступили под управлением одного из самых востребованных дирижеров России и мира – художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-холл», художественного руководителя фестиваля «Тремоло» Фабия Мастранджело. Оркестр представил программу «Симфония саундтреков». Со сцены прозвучала музыка из кинофильмов «Овод» Дмитрия Шостаковича, «Карнавальная ночь» Анатолия Лепина, «Служебный роман» и «Иван Васильевич меняет профессию» Андрея Петрова и многие другие.